Приветствую вас. Знаете, вот я могу ошибаться, но как я увидел, вот ваш, ну, посыл, да, вот как я увидел ваш текст, что мне плохо. Говорите вы, мне не нравится так жить, говорите вы, вот я как бы, ну, хочу по-другому, вот, человек меня не понимает. И как мне это все лучше вытолкнуть? Такая вот история. Как бы. Понимаете? Вот, ну вот так это выглядит. То есть идея не в том, что, может быть, мне мужчина не подходит. Дело не в том, что я буду как-то, ну, лучше выражать, например, свои чувства, свои ощущения, да, буду как-то активнее об этом говорить, вот, или там, например, задам вопрос себе, почему, как, точнее, я, ну, оказался вот в такого рода отношениях. Ну вот. То есть я вот в таком направлении, ну, как-то не мыслю. Вот. А больше я мыслю о том, как мне это удержать. Вот. Как мне сделать так, чтобы человек не взорвался. Понимаете, как бы, ну, по умолчанию, да, как правило, здесь проблема с самооценкой, вот, здесь проблема в том, что вы боитесь возможного одиночества, то есть, ну, вы как бы же как-то соглашаетесь на это все, то есть вы не говорите, что это вроде нет, не подходит, я там не хочу так больше жить, например. То есть поймите правильно, никто не говорит про расставание. Но обозначать личные границы, да, свои, вот, заявлять о своих желаниях. В конце концов, ставить себя ну, в отношениях так, как вам хочется, как вы чувствуете, для вас комфортно. Это важно, чтобы человек, чтобы научить человека просто. А может быть же такая штука, что человек просто не знает, какая вы, и думал раньше из-за того, что вы активно нуждались в нем, думал раньше, что такое поведение окей, вот, вот вы выбрали его, выбрали такого человека, такого мужчину, вот. Возможно, предполагал, что это такой вот сильный, мускулинный мужчина, который вам, ну, который вам, ну, на самом деле получилось немножко иначе. Вот. Немножко по-другому. То есть вы говорите, хочу совет, как мне поступить, и что делать, и что говорить при этом. Я не знаю никого. Никто вам этого не скажет, потому что это ваша жизнь. И
не очень гуманно по отношению к вам, чтобы мы проживали эту жизнь за вас. Вот. Мне кажется, что если вы разберетесь в себе, да, если вы разберетесь в том, например, что вы чувствуете к мужчине, с которым вы сейчас находитесь, как вы обращаетесь со своим, ну вот, чувством, да, то есть, ну, как вы ну, условно говоря, как вы выражаете свои чувства. Вот. То есть, ну, что вы с ними делаете, с чувствами. А вы обратите внимание, да, вы спрашиваете, что говорить. То есть, как бы, это не про то, чтобы научиться отражать свои чувства. Это больше про то, чтобы говорить то, что правильно. А больше про то, чтобы говорить то, что уместно. Вот. И то, что вы накаляетесь, вот, вами воспринимается, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, вами это воспринимается, ну, довольно негативно. Вот. Может быть, даже со страхом. Вот. Ну, каким-то. Вот, может быть, то есть вы боитесь, может быть, вы боитесь вот показывать, не знаю, свое недовольство, например, ну, например, может быть такое. Вот, и там, условно, считается, что нужно терпеть все, ну, вот, а в итоге демонстрируете человеку, что, ну, раз вы терпите все, да, значит, можно на вас прикладываться больше ответственности. Тут дело в том, что маскулинность и некая такая вот пассивность, да, со стороны женщины, хороши только до известных пределов, а дальше уже начинается, когда люди, ну, перестают себя чувствовать, да, когда люди перестают себя ощущать, вот, то как бы начинается трудность, то есть когда человек, по сути, себя вот, ну, предает. Тогда сила и мягкость превращаются в клетку и тюрьму. Вот. Любая сила и любая мягкость, вне зависимости от того, там, как это все. И так далее. То есть, ну, это просто не так важно на самом деле. Вот. Вот, собственно, наверное, то, что пока что я хотел вам сказать. Вот. И до тех пор, пока вы допускаете у себя в сознании, что вы можете на постоянной основе уставать вообще это нормально. Усталость бывает разная, но если вы допускаете сами для себя, что вы можете постоянно уставать, да, и в отношениях терпеть то, что вам терпеть совсем не хочется, ну, как бы, вам будут относиться примерно вот так, потому что
Как вы воспринимаете себя? Вот. А вот такой момент. Вот. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Я надеюсь, что дал вам некоторую пищу для размышлений. Я буду благодарен вам за отклик по моему ответу. Это может послужить началом вашей работы над собой. Удачи вам, всего самого доброго.